Здравствуйте! Сегодня готовим маринованные куриные крылышки в духовке. В этом варианте крылышек особенно интенсивно чувствуется мед. Подавать их вкусно со сладким соусом чили. Крылышки промыть и просушить заранее. Для маринада к пропущенному через пресс чесноку добавить соевый соус, жидкий мед и дижонскую горчицу и тщательно размешать. Если соевый соус недостаточно соленый, можно добавить немного соли. Крылышки поперчить молотым перцем, залить маринадом, хорошенько перемешать и поставить в холодильник на несколько часов или на ночь. Выбрать из холодильника за полчаса до приготовления. Разложить подготовленные крылышки на застеленном пергаментной бумагой противне и поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут. Подавать можно как закуску, либо как основное блюдо с любимым гарниром. Для подачи можно посыпать обжаренным кунжутом. Все ингредиенты для рецепта в граммах в описании. Приятного аппетита! Еда не беда!